нашем небосклоне столкнутся яркая и восходящая звезда созвездия Топтон. Какая из них померкнет или упадет, мы узнаем прямо сейчас. Я, говорит, начал, что там, в диетологии, да, разбираться, в программах, курсы питания. Вот и один хороший боец, и другой хороший, вот, и оба нормальные. Ну, за хороший бой. Хотя я как-то больше за астероиды все-таки. Ну, он породнее, да, Русланчик, в плане мы сначала Сильно смотрели. Он какой-то сердитый, там еще темнее, видишь, атмосфера стала. Угу. Вообще прям темный. Как он, удачливый фраер или как он там? Козырный. Козырный фраер. Дымок такой, ну да. Огоньки. Короче, они даже с другого выхода идут, что ли? Или нет? Не, выход тот же самый. А, тот же, да. Просто так оформлено вообще по-другому, да, уже понял, стало. Вообще вот интересно, вот под каждого бойца. Ну, под этих отдельно оставили. Вот они идут как блоками, наверное. Там. Вот для них, для троих оставили отдельный выход. С дымковым, с паром там, со светом. Проверка настоящим ветеранам и астероидам нашей организации, попасть под которые. Да, сейчас будет, наверное, да не наверное, сейчас будет. В любом случае весело. И не такое. Александр Северин! Север, север. А, мощный он, короче, мощный. Здоровый. На крыльях ветра. Рустам Мухитинов по прозвищу Астероид. Да уж точно, кому глаза надо опять беречь Рустамчику. Летящему астероиду. Заряжен он, да, тоже. Астероид, да. Известные по обе стороны Атлантики своими сражениями и габаритами астероид влетает на свой восьмой бой в Топ-Дон. За его широкими плечами огромный путь от борца и бодибилдера до бойца, которого Ставок знает и любит на всех от кулачного вида спорта. Ведь Рустам всегда Капа, давай. И ни один из его боев не был скучным и невыразительным. Давайте еще раз вашими аплодисментами встретим эту пару бойцов. Не останавливаешься на достигнутом, ты всегда хочешь максимального результата. Тогда твой бонусный клуб от Олимпа для тебя. Делай ставки и получай прибыль. Кэшбэк до 20% и деньги на счет. Олимпа для тех, кому всегда мало. А у нас настоящие гиганты в рынке. Александр Северин против Рустама Мухитинова. Да, Рустам. Как резко, молодец. И тот, и другой прям. Весом не тяжелый, да? Начал корпусом работать Рустам, чтобы молодцы, парень, резко. Да, Рустамчик там двигается так. Ой, что-то там как будто попало. Ожидает, да? Правую руку заряжает. Ой, туда-сюда было. А, за
замедлился Север. Эх ты! Эх, ё-моё! Как он наткнулся. Может, наверное, подскользнулся? Ну, кого-то бы, да, что-то прям. Опять смотри, как будто там не удар, мокро, скользко. Ладно, бей же его, блядь. Чум, блядь. Да, трико не подтек... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Потекло, потекло, потекло там с башки. На лицо, глаза, видишь, его каратит уже, блядь. Все. Давай. Да хорош ты, чё хорош, братан, Рустанчик. Да хорош, да-да-да, подними руки. Далее возьмешь, молодцы. Здоровый, сильный. Он давит, давит, да-да, Рустанчик. Ты еще видишь, еще очень важно состояние духа, да, Матай. А сейчас нам покажут повторы этого прекрасного первого раунда. И интересно все-таки, вот мы не видели, как там... У которой Север, вот, жизненный опыт большой. Очень много работал корпусом в начале раунда, видимо, соли... Это очень и очень. Видно, видно, суетится, поджимает его Север, хладнокровие поймал. Важно, кто вот так вот проживал, жизнь тяжелую, если душа не угловился. Потом просто будто задавлены, поехали. Дал, блядь. Еще дал, блядь. И сам отхватил, да. Что-то, может, нежданничек какой-нибудь. Штаны подтягивай. Астероид не надо подтягивать штаны. Забудь про них. Забудь про них, блядь. Штаны. Ай-яй-яй, опять. Как будто здесь живой. Да, приземляет. Вот это уже нет, нет, глаз опять, ебаный в рот. А, блин, вот и накал. Бляха-муха. Неожиданно, блин. Ну да, здесь это травма и все такое, это пиздец. Скорее всего, ему придется просто закончить уже это все. Либо долго восстанавливаться, больше года, а еще несколько лет. Потому что это пизда. Мозг, нервная система, если нарушение идет, это пиздец. Молодец, вышел, да, но при всем при этом. Видишь, ему не надо было выучить передвижения всякие, вот это все. Ну, тот выхватил его. Невозможно очень быстро двигаться. То есть руками можно сбивать проволоку какое-то время, а телом еще тяжелее. Вернее, возможно. Но это очень-очень энергозатратно. Заслужил эту любовь, он прошел большой путь. Бам. Еще тело большое, видишь, как надо маневрировать. Молодец, Север, при всем при этом красавчик. Он не проигрывал еще? Север нет. Это его, по-моему, третий бой. Вот первый бой я не помню, с кем он дрался. Второй бой он дрался с Махмудом Мусаловым. Третий с Рустанчиком. С хардкором. Грустный музончик такой. А, нет, не грустный. Веселый, веселый. Тигр, который идет за своей целью. Скажи нам, как тебе этот поединок? Удивил ли тебя сегодня астероид? И на кого ты смотришь дальше? Красиво у тебя здесь, крапинки.
Кто у него там? Крапинки. Зарядил хорошо. Красавчик, уважение, почтение мое. Я хочу поблагодарить мой угол. Да нет там углов, парень, ничего. Команда Киты. Там же есть сторона. Они для меня сделали очень много, уделили внимание. И мои близкие, мои друзья и братья, которые помогали мне в этой подготовке. Также хочу выразить благодарность фирме Monrem и системе безопасности опора, которые мне помогают, тоже поддерживают. Система безопасности опоры в его случае, она вообще прям помогла. Моим двум сыновьям, двум тиграм, Александру и Тимофею. Я с вами. Волгодонск. Красавчик. Встречаю меня с победой. Молодец. Я еду домой. Молодец. И самое главное, хочу посвятить эту победу ребятам, нашим братьям, которые там за бугром, которым сейчас не сладко. Я хочу, чтобы мой, не моя победа, а мои пожелания дали кому-то, возможно, терпение или какое-то облегчение, и чтобы они скорее возвращались домой. Всем мир! Ну да, хоть эту тему избегал, помнишь, да, мы касались вопроса, а если поднимет кто-то, как-то на вот тех турнирах, там флаги, не флаги, логотипы, вот он очень аккуратно сказал. И я думаю, по договоренности, ему как бы Данька разрешил, сказал, давай только вот так скажи, видишь, он говорит, за бугром. То есть, ну как бы за границей, да, но уже это не граница в некоторых местах и не и граница там. Ну все поняли просто, что он имеет в виду. Еще больше на своего кумира. Скажи нам, что для тебя значит этот поединок? И ждать ли нам тебя дальше? Я хочу взять паузу, залечить раны. Вот такое дело. Все правильно. Я хочу сказать, точнее, людям, которые хотят начать карьеру на голых кулаках, с нуля, как я, не начинайте. Лучше бы, чтобы у вас был бэкграунд хотя бы какой-то в ударных видах спорта. Вот, а так, Саня, спасибо за бой. Не будь таким злым. И последнее. Ну да, он прям ударит свой. В моем сердце жизнь. Горит солнечная энергия, ее никому не потушить. Да и никто не хочет, что все правильно. Будь добрым и счастливым. Все правильно. Но только куда он то дерево делал, блядь? Который хан, никак не могу понять, зачем. У этого звезды на плечах, у этого солнца в сердце. Водичкой надо набрать. Очень-очень много было джеба в исполнении Саши с самого начала этого боя. Неплохо корпусом нивелировал все. Мог бы где-то вот, да, вот, ну, вот это вот. Тот технично, тот спокойный, технично, все, север. Бог лотухи, блядь, такие. А просто аж по башке бить, блядь, уже соседа их. Нормалек. Такой говорит, если как север. Такой колотухой. А он на кого, возможно, выйдет? Например, вот он выигрывает, кто может быть его претендентом за...